Саламатсыздар бу, урматтуу көрүүчүлөр. Атайын репортаж маалымат агенттиги тартуулайт. Бул чыгарылышта спирт ичимдигин ичкенимди далилдеп белгиледип, кайгылуучулардын айласын алты кетирген ички иштер министрлигинин лейтенанты наркология борборунун кызматкерлеринин акылга сыйбас кылык жоругу туурасында айтып беребиз. Андыктан биз менен болуңуздар. Пока у нас нет анализа на руках, мы не знаем. У него идет проба положительная, есть запах. Но только проба и запах – это не показатель обвинения, вы поймите. Только на основании пробы заключение не выносится. А только водителям же выносится, которые пили, если даже они не согласны? Нет. Мы же поэтому… Если не согласны, ну… Вам показать это положение? Не, вот смотрите, когда водитель не согласен, он пишет не согласен, но когда проба выходит положительной... Если у него есть какие-то проявления опьянения, пусть он 20 раз не согласен. Ники, милиция, они не наркологи, не медики. В наши обязанности это тоже не входит возить кровь, понимаете? Мы взять мы можем, но не возить мы не имеем. Я не могу покинуть, кровь, понимаете? Доставлять туда в наши обязанности. А кто это делает? А кто это делает? Понятия нет. Бул сапар биздин чыгармачыл топ Свердлов районунда иш алып барды. Түнкү саат 1-лер чамасында кайгылуучулар рейдтин негизинде бул айдоочуну токтотушкан. Унаа башкарып бара жаткан адам машинесинен чыга калып, өзүбүздүкүлөрдөнбүз, жөн эле койгула дей баштады. Бирок биздин чыгармачыл топту көрүп, андай кылыктары жардам бербээрин сездиби, Айтор тынчый түштү. Спирт ичимдигин ичкендигин текшериш үчүн наркология борборуна жөнөдүк. Кызыктын бардыгы мына ушул жерден башталды. Күнгөн адат боюнча наркология борборунун кызматкерлери айдоочуну тийиштүү экспертизадан өткөрүштү. Анын жыйынтыгы унаа башкарган адам чындыгында спирт ичимдигин ичкен деп көрсөтүп жатты. Бирок айдоочу жыйынтыкка көнбөй, мен 3 күн мурун спирт ичимдигин ичкем деп жатты. Аны уккан медайындар дагы бир жолу текшерүүнү туура көрүштү. Бирок жыйынтык өзгөргөн жок. Наркология борборунун кызматкери айдоочуга жакын барып жыттап дагы көрдү. Анан бизге спирт ичимдиги жыттанып жатат деп айтты. А бирок кандайдыр бир себептер менен кан алыш керек. Мен жыйынтык чыгара албайм. Экспертиза 100% туура жыйынтык көрсөтпөйт деп, унаа башкарган адамдан кан алам деп чыкты. Ал эми мыйзам боюнча кандын жыйынтыгы чыккычакты айдоочуга эч кандай чара көрүлбөйт экен. Медайым бул аракеттерин мындай деп түшүндүрдү. Обязаны брать кровь на алкоголь. Спорная конфликтная экспертиза. Когда подэкспертный не согласен с заключением, когда он отрицает употребление алкоголя. Вот, на данный случай у него клиники как такового клиники нет. Спокойно сидит, поведение упорядочено, абсолютно адекватно. Ну, никаких признаков алкогольного опьянения, кроме запаха и положительных проб, нет. Поэтому по положению я обязана взять его в кровь и заключение дать по результату анализа крови. А вот если в крови будет превышение алкогольного превышения, значит будет заключение А вот по положительному результату пробы... Только на основании этой пробы заключение не выносит. А водителям же выносится, которые пили, если даже они не согласны? Нет. Мы же поэтому... Если не согласны, ну, вам показать это положение? Не, вот смотрите, когда водитель не согласен, он пишет не согласен, но когда проба выходит положительной... Если у него есть какие-то проявления опьянения, пусть он 20 раз не согласен. Вот смотрите, в данном тут случае логика... у него проявления опьянения никаких. Он что, возбужден, он болтлив, он эмоционально лабильный. Он абсолютно спокойный, ровный, сидит адекватно. Ну потому что он госслужащий, он не будет признаваться, что он пил. Да дело не в том, что он признается или нет. Когда опьянение, то должна быть клиника. Это идет изменение
поведенческие, эмоциональные реакции, идут реакции со стороны вегетативной нервной системы. Я ничего этого сейчас у него не вижу. Тогда любой водитель, выпив... Нет, не любой. Нет, вот смотрите, значит, любой водитель, выпив, может вести себя адекватно, нормально. И тогда он имеет право сдать кровь. Что значит не любой? Любой водитель, он не будет признаваться, что он пил, но он будет... Вы поймите, что когда человек выпил, у него... Если он выпил достаточно, то у него будут изменения со стороны психики. Вопреки закону, просто человеческий фактор. Нет, тут не любой водитель, выпив, может вести себя спокойно, значит, он не пьян. Не любой. Если есть опьянение, то оно будет проявлено так или иначе. Понимаете? Два стакана пива выпил. Это же незаметно. Два человек стакана пива, он сказал, что позавчера выпил. А почему тогда проба выходит? Проба Рапопорта, кстати, это не 100% показатель. Проба Рапопорта у нас бывает часто ложноположительная, допустим, при стрессовой реакции положительной. Эта проба не показатель опьянения. А вот можете дать гарантии того, что человек не сможет подменить кровь? Как подменить? Ну просто придет и подменит кровь. Каким образом он подменит? Вам даст деньги, просто подменит кровь. Ради Бога, вы можете эту кровь забрать с собой. Бираз уақыт өткен соң айдоочунун иштеген жери да аныкталды. Көрсө ал ИИМдин ички аскерлеринин лейтенанты экен. Өздүк коопсуздук кызматкерлери келип, жетекчилиги менен дагы байланышып көрдү, бирок бирөөсү дагы басып келген жок. Ал эми азыр наркология борборунун кызматкерлери эмне үчүн жыйынтык чыгарып беришкен жок, тааныш билишиби сыр бойдон калды.